Ребят, привет! Катя на связи. Ну что, пришла пора мне отчитаться за прошлую неделю с 18 по 14 ноября. Честно признаюсь, неделя вышла скомканно. Есть ни одно волшебно-космическое событие, моя давняя мечта, которая сбылась. Ну а кроме этой мечты, к сожалению, все остальные планы пошли не по плану. Начнем, как всегда, с фокуса. Поездка в Минск, разворот на декабрь и выспаться. Удалось мне выполнить только 2,5 пункта. Первое — это поездка в Минск, моя давняя мечта. Не только посетить Минск, но и сходить на концерт Тины Кароль наконец-то состоялось. Все еще под диким впечатлением, хотя уже скоро будет, наверное, неделя, как я увидела этот концерт, но все еще все кадры, всю музыку, выступление прокручиваю в голове. Очень много у меня снято видео на телефоне, которые я тоже пересматриваю перед сном. Я всю дорогу снимала небольшой влог, так что в скором времени я надеюсь, что я все смонтирую, выложу вам и покажу. Бежим дальше. Развороты на декабрь. Здесь стоит точка, так как не все развороты я нарисовала на той неделе. Во-первых, у меня появился новый фалафель, новый блокнот, но форматы остались прежним, так как формат фалафеля не изменился. И вот сами развороты. К концу прошлой недели было готово где-то 75%. Оставшиеся я дорисовывала уже на следующей неделе, которая уже наступила, так как я вам снимаю семидневку уже на середине недели с 25 ноября по 1 декабря. И здесь, как вы видите, развороты на декабрь уже все нарисованы, но не будем забегать вперед. Скоро видео с разворотами выйдет. В отчете же за прошлую неделю стоит точка, так как было только 75%. Ну, а выспаться здесь, с одной стороны, я отметила эту точку, потому что мне надо было выспаться до поездки в Минск. В Минск я ездила одним днем буквально, то есть в четверг утром я вылетала, в четверг вечером был концерт, и в пятницу рано утром я летела обратно и сразу же на работу. Таким образом, ночью с среды на четверг и с четверга на пятницу я спала очень мало. С четверга на пятницу, понятное дело, я была под впечатлением от концерта, плюс ранний вылет, удалось поспать где-то 5 часов, и то, мне кажется, намного меньше. Среда на четверг чуть поболее, но тоже было немножко нервно, чтобы самолет вылетел вовремя, ничего не принеслось, так как у меня был жестко расписан таймлайн, иначе я не успевала ничего сделать. Поэтому, с одной стороны, я выспалась до концерта. К сожалению, к концу недели недосып опять сказался, и это все привело к тому, что я всю эту неделю, начиная с 25 ноября, болею, но это я забегаю опять вперед, возвращаюсь же к 24 ноября, к прошлой неделе. Отметила тогда, когда выспалась, хотя надо было ставить точку, так как недосып к концу недели все равно остался. Что же касается остальных задач, то, к сожалению, здесь большие-большие провалы. Начнем с YouTube. Удалось только снять и смонтировать вам 3 видео. Это семидневка за прошлую неделю и 2 видео, связанные по привычкам. Их снимала уже в субботу-воскресенье, будучи простывшей. Все оставшуюся вот будни именно дни ничего не удавалось сделать, так как завалилась работа, и надо было по максимуму все сделать до своего отлета в Минск, так как я брала на работе отгул. В пятницу опять же прилетела сразу с аэропорта на работу и дорабатывала. В субботу, воскресенье отрабатывала свой четверг, и вот буквально только 2 видео втиснулось в мое расписание, а потом меня свалила простуда, поэтому мало. Мало видео, и это отражается на календаре, посвященном видео. Здесь тоже очень много зачеркнуто. Планы, конечно, были у меня космические, но я не жалею. То есть я... Для меня YouTube-канал, безусловно, важен. Важны мои планы, важно радовать вас видео, но сбывшаяся давняя мечта, цель съездить в Минск и посмотреть концерт, оно как бы перевешивает не сложившиеся планы по YouTube-каналу. И теперь, зарядившись концертом и все еще под впечатлением от концерта, я думаю, что на следующей неделе в декабре буду наверстывать упущено, так как желание творить, создавать новое у меня космическое, и очень много новых классных идей пришли как раз-таки в дороге, в поездке в Минск. С задачами здесь обстоят дела уже получше по сравнению с YouTube-каналом. Из такого классного, что удалось сделать, это в первую очередь пресеты в Adobe Premiere. Как вы знаете, я монтирую в Adobe Premiere. Там до этого я пользовалась платными покупными пресетами, я их чередовала, что-то испробовала новое, экспериментировала, и в какой-то момент, пару недель тому назад, я нашла классный очень YouTube-канал, где описано, как создавать свои собственные пресеты. Выбрала я там парочку вот из этих видео, те пресеты, которые мне понравились, и попыталась создать их, воспроизвести их самостоятельно и сохранить свою локальную библиотеку. И вот на той неделе удалось доделать эту всю работу до конца. Сейчас, на текущий момент, все последние видео выходят уже с таким лимитированным набором пресетов,
пресетов, которые я использую. Это переходы между одним отрезком видео другим отрезком, выплывающий такой b-roll картинка, когда вы видите здесь, и end screen. Все вот эти три части, основные, как их транзишены называются, ну и плюс различные эффекты, они мне все сохранены в локальной библиотеке, теперь очень просто и легко их накладывать, и они одинаковы от видео к видео, что мне очень нравится. То есть такой тулсет у меня сейчас, можно сказать, стабилизировался тремя основными эффектами, которые я пользуюсь постоянно. Кстати говоря, напишите в комментариях, увидели, заметили ли вы изменения, и как вы к нему относитесь. Что нравится, что не нравится, я все внимательно читаю, учитываю ваши пожелания, так, синхронизирую их со своим видео, в какую сторону мне хочется развиваться, но мне будет безумно интересно почитать ваши отзывы, так что не стесняйтесь, все пишите. И из такого еще классного, наверное, это шаблоны в Canva. Я полностью переехала на использование онлайн-ресурса Canva, где я сейчас учусь создавать thumbnails, вот эти каверы, которые вы видите на видео. Я пока такой бигинер, очень-очень большой любитель, дилетант. У меня бесплатная подписка на Canva, потому лимитированное количество тулсетов, инструментов, которые я могу пользоваться. И сейчас вот с этим лимитированным тулсетом я пытаюсь играться и вырабатывать какой-то свой стиль и шаблоны. Самый последний отсек, где самый большой провал, это студневка. Честно признаюсь, до студневки так руки и не дошли, так как было очень много работы. Потом Минск, переваривание впечатлений от поездки в Минск, концерт, потом опять работа, простуда. Все, что мне удалось сделать, это в самолете тот час, полтора часа, который я летела в Минск и обратно, почитать «Спасите котика», и немножко еще в транспорте, пока добиралась от дома до работы и обратно, почитать еще одну книгу по финансам, как работать 4 часа в неделю. Обе книги только начала, «Спасите котика» на середине, здесь же, по-моему, 20% от начала книги начато, поэтому стоит точка. Все остальное, руки, честно признаюсь, не дошли, но есть все-таки один полностью закрашенный квадратик, и это беговой журнал, к которому мы с вами плавно и переходим. Вот так он выглядит, мне безумно понравился сам формат бегового журнала. Как вы помните, я вам уже, по-моему, рассказывала, что я в ноябре рисовала несколько экспериментальных разворотов, чтобы понять, что мне подойдет, что нет, и что я могу утащить свои декабрьские развороты. И беговой журнал благополучно переехал на декабрьские развороты, так как мне безумно нравится то, как оно получилось, как я его использую. Здесь в каждой клеточке я пишу то задание, которое тренер мне пишет в моем беговом журнале электронный, который у меня есть на телефоне. У нас есть специальное приложение, где тренер высылает план, рабочий план на неделю, где, куда мы, соответственно, перезаливаем свои треки со спортивных часов, и там же оставляем комментарии по ощущениям, по состоянию, что удалось делать, что нет. Иногда пишем объяснитель, если тренировка прогулена. И также там оставляем недельные отчеты с беговым недельным объемом и свои пожелания. Туда регистрируются все наши цели, соревнования, которые мы запланировали. В общем, такой это как бы журнал, через который мы общаемся напрямую с тренером. Но мне очень не хватало вот такого, точнее, было недостаточно вот этого онлайн-журнала, хотелось иметь что-то непосредственно в блокноте, чтобы меньше брать телефон в руки, да, и проверять, какое у меня задание. Отсюда родился журнал, и теперь весь свой план, который мне пишет тренер, в воскресенье вечером, иногда в понедельник. Понедельник у нас всегда выходной, потому планы иногда приходят не в воскресенье, а в понедельник вечером. Как только план появляется в приложении, я сразу же его переношу вот сюда вот в беговой журнал, точно такими же подпунктами, как он у меня и в электронном журнале. Если у меня в этот день 2-3 задания, то так я и пишу, что конкретно я бегаю, если требуются дополнительные упражнения, беговые, на укрепление кора, то все они идут отдельными пунктами. Что же касается нижней таблички такой, да, индикаторов, то здесь я как раз-таки считаю свой объем за месяц. Как только тренировка закончилась, я ее выполнила, я захожу в свое приложение, смотрю, сколько у меня там километраж на текущий момент, за текущий месяц набежал, и если он показывает, получается, как бы десятую часть, ну вот у меня тут индикатор какой-нибудь 10, 20, 30, 40. Допустим, если вчера было 75, я пробежала 8 и вижу, что я перевалила как бы на следующую десяточку, то есть уже 83, то я бегу и закрашиваю клеточку. То есть я здесь не закрашиваю вот прям так четко-четко по единичкам, меряю только десяточками. Таким образом очень легко отслеживать свой объем на месяц, и в конце месяца, когда я тоже пишу большой отчет тренеру, я вижу, сколько я набежала. Ну, раз мы немножко с вами тут еще задержались, давайте я вам покажу еще один свой новый трекер, который тоже полностью переехал на декабрьские развороты. И это трекер для Инстаграма, и мне удалось почти. Я еще не отметила 30 дел на месяц, но надеюсь, что он на следующей неделе я все укреплю, и до 30 ноября Инстаграм полностью вернет. Здесь трекер, где я отмечаю, был ли за сегодня пост и на какую пост был, тему был сделан. Если поста не было, то дни перечеркнуты. И как вы видите, вернулся Инстаграм только 17 ноября. И здесь с промежутками, правда, но посты все-таки состоялся. В воскресенье, надо быть честным, я... Нет, в воскресенье был пост, сюда я напишу тему точно. А вот в понедельник, надо быть честным,
поста не было. Поэтому день я зачеркиваю. Сегодня вторник, когда я вам снимаю видео, у меня есть еще время его заснять. И нижний индикатор – это показатели, были ли какие-то сторис или нет. Сторис я не меряю количеством, по-моему, я вам уже рассказала, только утро и вечер. Пока на текущий момент, вот я, получается, уже чуть больше недели пользуюсь активно этим разворотом. Мне нравится, как он работает, поэтому формат не стал менять, и он в таком вот виде и переехал на декабрьские развороты. И давайте еще буквально на пару минуточек остановимся на 30 дел на месяц, пока у меня отлично выполняется дело по одному баллу. Я вычеркнула изучить Final Cut, так как в итоге на текущий момент уже приняла так четкое решение, что я не буду приезжать на Final Cut, нет смысла его изучать, я остаюсь в Adobe Premiere, плюс я там наконец-то начала создавать свою локальную библиотеку, прорабатывать переходы, транзишны, поэтому не вижу пока никакого смысла пробовать другое приложение. Вот эти задачки, третья и четвертая, на этой неделе, я даже думаю, сегодня выполнится, так что первый раз у меня весь столбик по единичкам, за исключением перечеркнутой задачи, выполнится. Со всеми остальными пока все еще работа in progress, но посмотрим. Я надеюсь, что за эту неделю больничного удастся мне немножечко тут подхватить задачки и чуть больше закрасить, так как мне не очень нравится всего лишь единственная задача, закрашенная на 100 баллов, но посмотрим. И вот и все, что касается недельного отчета. Как вы видели, уже планы на следующую неделю тоже все полностью нарисованы, начали уже постепенно выполняться, но не будем забегать вперед. А следующей неделе, точнее текущей неделе с 25 ноября по 1 декабря мы поговорим через недельку. А на сегодня все. Я, как всегда, убегаю спасать мир. Не скучайте, пока-пока! Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.